«Тройке» мы расскажем о гидравлическом толкателе серии 2ТШ. Устройство предназначено для перемещения крупногабаритного тяжеловесного оборудования по железнодорожным рельсам. Устройство состоит из двух одинаковых толкающих гидравлических механизмов. Разработана простая и при этом эффективная конструкция захватов, при которой исключено проскальзывание или повреждение головки рельса и захвата. Обеспечено снижение изгибающих моментов, действующих на устройство и головку рельса при работе. Тем самым повышается надежность устройства и увеличивается его срок службы по сравнению с аналогом. Гидротолкатели состоят из гидроцилиндра с гидравлическим возвратом штока, упора шагового толкателя, переднего и заднего упора. Каждый гидроцилиндр имеет усилие в 10 тонн. Ход поршня составляет 400 мм. Тип рельса R65. Толкатели управляются посредством маслостанции. Каждый цилиндр подключен к подаче и сливу, где буква А обозначает подачу, буква Б – слив. Потоки переключаются с помощью распределителя. Рабочее давление – 70 мегапаскаль. То есть насосная станция, которая приобретается для толкателей, может быть использована в других системах, например, в системе домкратов для подъема объекта. Отличительной конструктивной особенностью толкателя является применение автоматически срабатывающих упоров, обеспечивающих надежное выполнение толкающих функций. Передний упор максимально упрощен и включает только левую и правую поворотные фиксирующие скобы. В составе заднего упора рычаги с зубчатыми вставками, заклинивающими упор с трех сторон на головке рельса. При этом исключено проскальзывание упоров, повреждение головки рельса или упоров. Обеспечено снижение изгибающих моментов, действующих на толкатель и головку рельса при работе. Такелажные работы используются при отсутствии крана соответствующей грузоподъемности и при условиях ограниченного пространства.